Всем привет! Вы на канале Железные кони Латгалии. И мои грабли Солнышко. Все их не любят, а мне, кстати, они очень нравятся. И нравятся они тем, что они не только грабят и ворошат. Так что сейчас мы их разворачиваем и едем ворошить сено. Потому что роторкой, когда косишь, получаются маленькие волочки, и они плохо просыхают. Сейчас мы перевернем грабли и поедем разворошим это все дело. Сейчас заводим, поднимаем до максимума вверх и разворачиваем грабли. Ну что ж, сейчас мы их попробуем развернуть. Вот легкими движениями эти грабли превратились в ворошилку. Сейчас мы спокойно поедем, проворошим сено. И практически сейчас такую жару, у нас сейчас плюс 32 в тени. В такую жару сейчас она обсохнет, вечером можно практически грабить волки и прессовать. Все, едем ворошить. Ну вот, например, вот наше лежит сено скошенное. Вот они уже волки слежались. Это после роторной косилки. Там, конечно же, под низом вот не сохнет. Еще зелененькое. И вот, смотрите, после проезда грабилки и ворошения. Она это все подняла. Вот, все стало воздушное. Вот такой проезд. Вот. И оно сейчас будет обдуваться и сохнуть. А тут уже оно слежалось. И будем ждать с моря погоды, когда это все высохнет. Сейчас мы вот так проедем, проворошим. Как тут, мне кажется, уже вечером можно грабить и прессовать сразу же. И не надо будет ничего ждать. Сейчас мы забацаем эти поля тут. Все, что я скосил. Сейчас проворошим, можно будет грабить и прессовать. Ну что ж, дорогие друзья, сено уже сухое полностью. Я его еще раз повернул. И здесь полностью сухое. Сейчас Юмзик в деле. Сейчас Юмзик поработает чутка. Ну и, соответственно, с нашим прессом. Сейчас будем проверять, как он нитку заматывает. Экспериментировать. Ну вот так, Юмзик в деле. Все, выезжаем. Thank you.
не хочет. Такой мягкий выглядит. Чего? Выглядит такой мягенький. Мягенький. Твой рост. А? Вот такие теперь у меня рулоны. Уже опять большая очень. Ну вот мы и закончили прессовать это поле. Села была камера, пришлось подзарядить. Вышло 9 рулонов. Ого-го. Таких больших и 9 рулонов. Ну а сейчас поедем и грабить следующее поле. Сегодня сграбим, завтра после работы вечером спрессуем. Подборщик я так и не делал, и все равно собирает чисто. Ну, потом будет время, промежуток. То есть такая жара, не хочется вообще под пресс лезть, делать его. Нитка плохо запускается, но херня. Дело поправимое. Только надо палку с собой положить, чтобы сено подпихивать к подборщику, чтобы нитку заглатывал, чтобы руками не лезть. И все будет пучком. Можно пока и руками позапускать. Все равно рулонов будет немного, потому что они большие. И да, сейчас самое главное, не забыть грабли перевернуть на грабление, а не на ворошение. Сейчас заводимся, поднимаем навеску, переворачиваем. Ну вот так мы стали, подняли навеску, здесь немножко такая ступенька, и с легкостью их перевернули. Теперь они будут грабить, а не ворошить. Все, едем грабить. Ну вот, и тут мы уже подготовили на завтрашний вечер. Эти волки обсохнут за день.
и вечером мы спрессуем. Ну, если, конечно, получится, если вдруг завтра там что-то с работой не срастется, после обеда можем их перевернуть, ну, сдвинуть немножко. Вот, и тогда мы тут спрессуем. Прессовать, конечно, мне этим прессом очень понравилось. Да, неплохой у меня контент. Ну, я имею в виду цепочка тракторов. МТЗ-ка косит, Т-40 грабит, Юмзик прессует. Вообще идеально. А когда-то я все делал только на этом Т-40. Я давно уже мечтал его отправить на пенсию. Но даже на пенсию он у меня работает. Грабит. Ну, есть у меня тема насчет этого Т-40. Перебрать его полностью. Так что будет еще в планах впереди. Сейчас вот только мы с сеном закончим. Много идей, чего делать, но надо добить сено. Если погода нам позволит, добьем и займемся. Очень планов много. Конечно, только на эти планы везде нужны деньги. Ну, что-нибудь придумаем, найдем. Как-то ж я на МТЗ денег насобирал. Значит, и насобираем на все остальное. Все. Наверное, до завтра. Следующий день. Дорогие зрители, у меня в очередной раз отказал на камере микрофон. Ну и как я говорил, что буду вас держать в центре событий про пчел. И самому же интересно, решил открыть и посмотреть, что там происходит. И к моему удивлению, уже пчелки закладывают мед. Уже вот желтенькие точки, это уже мед. Ну, соответственно, в этом бундле они пока закладывают для себя, для еды, для потомства. А верхний бундль, будем надеяться, заложит для нас мед. И мы попробуем чистого меда. Вот. Ну и буду все время вас держать в центре событий, что, как они живут в бундле. Ну, соответственно, я уже подыскиваю домик. Вот, закрываем их, чтобы больше им не беспокоить и, соответственно, чтобы не попадал свет им туда, в бундали. Закрываем и пускай они там отдыхают, можно сказать, потому что это уже поздний вечер был. Ну что ж, Юмзик уже заведенный. Все на мази, едем крутить сено, рулонить. Юмзик с ним, с этим делом справляется на ура. Такая канава, нам надо ее пересечь с прессом. Сейчас будем как-то это пробовать, штурмовать. Вот мы и пересекли эту лужу, вообще без проблем. Только колеса запачкали. Все, сейчас прессуем дальше. Ой, еще сколько нас. Ну, это будет половина. Сейчас это спрессуем, половина всего, что у меня есть из полей. Но только что у меня больше не кошеное, это последнее кошеное. Потом будем опять косить, грабить и прессовать. Ну что ж, на сегодня мы закончили. Закончили это поле. Обычно здесь выходило с советским ремневым прессом 8 рулонов.
Сейчас у меня получилось только 4. Едем обратно. Я снял уже кардан. Я и туда переезжал, снимал кардан. Подымал по максимуму навеску и тогда переезжал. Жалко подборщика. Чтоб не бить подборщик, проще поднять кардан. Снять кардан и поднять до конца навеску. Ну что ж, переезжаем. Ну вот мы ближайшие поля и закончили. Ура, ура, ура. Здесь с этими всеми полями вышло 20 рулонов где-то. Да, 19 на поле, 20 в прессе. Везем сразу домой, чтоб пустым не кататься. Да, ровно 20 рулонов с этих полей вышло. Но раньше выходило больше. Ну вот сейчас еще обещаю дождик, тучки идут. По прогнозу погоды сегодня вечером дождь, завтра день дождь. Ура, мы закончили тут сеном, убрали вовремя, высушили. Ну что ж, потом приступим к следующему хутору нашему. Будем косить и прессовать тоже. Ладненько, сейчас поедем домой выкидывать рулик. Ну вот и 20-й рулон. Я Юмзик опять на покой, отдыхать. Детям палатка. Играются. Ну и мне практически сена уже хватает. И вот, кто некоторые писали в комментариях, что плохой я пресс купил, за такие деньги хорошего не продадут. Вот, пожалуйста, прессовал без проблем. Круто. Кушают сено. С самого первого поля я немножко был привез. Рулон дал им. Едят уже сено. Кто-то сено, конечно, кто-то траву щипает. Еще некоторые не пострижены. Сейчас вот после сена вот дождик пойдет, займусь стрижкой. Достригем. Нет. Ну что ж, вот наш мостик. Сейчас ныряем. Прошли эти дни с сеном. Всем пока, всем добра и счастья, удачи и здоровья. Берегите себя. Пока-пока.